перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Привет, ребята! Вы на канале Вечное Детство. С вами, как всегда, Юра, ребятки. И сегодня мы будем продолжать играть Тести Блю. Круто, круто! Все круто! Погнали, дорогие друзья! Проходить нашу замечательную игрушку. И что же нас ждет, ребятки, в этом уровне? Ой-ой-ой, селедка, которая хочет меня укусить. О, ребяточки, мы с вами будем собирать, наверное, крышечки на дне этого моря. Так, ну что ж, давайте, собственно, начнем. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ох же, как вкусно. Так, 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 ребяточки. Так, давайте, наверное, пока начнем кушать вот звездочки. Вот даже человечек, ребяточки, стоит. Ой, давай, дотягивайся, рыбочка. Давай, давай, совсем еще чуть-чуть. Давай назад в море. Поплыли, 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 поплыли. Так, у нас тут мусор на дне разный. Мы его, ребятки, с вами собираем. Это бутылки и крышки от бутылок. О, ребята, посмотрите, мы с вами уже можем кушать маленькую селедочку. Ням-ням-ням-ням-ням. Какая же вкусная маленькая селедочка. Ох, ням-ням-ням-ням, как же вкусно мне. Так, отличненько, дорогие друзья. О, даже чайку. О, ребята, мы с вами уже можем кушать чаечку. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ох, вкусно. О, ребята, я уже могу селедку есть, которая побольше, вы видели? Отличненько, чаечку съели. Отличненько, дорогие друзья. Получается у нас таки довольно-таки неплохо. И это просто супер. Так, ребятки, а давайте поплывем с вами знаете куда? О, я уже даже большую селедку могу плавать, ребята. Вы только посмотрите, какой огромный я обжора. Какой я огромный обжора. Ням-ням-ням-ням, как же вкусно. Так, наверное, я скоро смогу съесть того человека, ребятки, который стоит на причале и думает о том, что я его не съем. Но, ребятки, он... глубоко ошибается, так как мы сейчас немножко вырастим и, наверное, уже проглотим его. А также, ребята, будем проглачивать всякие водоросли. Ох, ням-ням-ням, ребята. Вы только посмотрите. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Я уже хаваю все подряд практически. Какой я большой. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. О, даже человека съели, ребята. И прошли этот уровень. И это просто, ребяточки, отлично. Хочу вам, ребятки, сказать. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте перейдем к следующему уровню с вами. Так, поехали. Так, ребята, здесь какие-то жабки плавают. А нам нужно так, на поверхность. Что у нас тут наверху? Наверху особо такого ничего нету. Давайте вниз, ребяточки, наверное, искать каких-то маленьких жабок. А вот и они, ребята. Давайте с вами начнем питаться маленькими жабками, а потом посмотрим, что можно будет придумать дальше. Так, крышечек на дне здесь нету. Здесь только жабки, я так понял. Которые, ребятки, мы с вами сейчас, собственно, и посъедаем. Ух, ням-ням-ням-ням-ням. Как же это вкусно все, ребята. Вы просто себе не можете представить, как это вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням. О, ребята, на поверхность. Там селедка за мной охотится, вы видели? Там селедка открыла на меня охоту, а мы открыли охоту на жаб, ребят. Посмотрите, вы только позвал... Ау-ау-ау, она меня укусила, ребятки, вы видели? Она тоже хотела меня проглотить, но я ей, ребятки, не отдался. А вот жабы, ребята, которые намного больше. Так, селедка меня ищет, но мы от нее, ребятки, отличненько убегаем, чтобы она нас не нашла. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ой-ой-ой, она опять нас укусила, ребят. Это не по делу. Так, мы ее, ребятки, сейчас всю еду будем хавать. А это все жабы, ребята, которые только не наесть в этом океане. О, все, ребята. Мы умеем хавать селедочку. Это просто круто. Посмотрите. Все, теперь она нам не помеха. Вот это вкусно, ребятки. Вот это я вам скажу. Вкуснотища. Ням-ням-ням. Как же это вкусно все. Так, отличненько, ребятки. Все идет пока супер. Так, дайте мне селедочку. Я еще хочу селедку. Ох, ребята, я начал водоросли хавать. И таким образом я вырос до определенного момента. И мы прошли с вами этот уровень. Так, ребятки, ну что ж, продолжаем играть дальше в Съедобный океан. И здесь у нас, ребятки, уже... О, ребята, вертолет, который меня чуть-чуть поранил. О, ребята, мы касатки будем хавать. Вот это, ребятки, я понимаю. Касатки довольно-таки вкусные.
Так, ребята, это вертолеты, наверное, которые хотят меня показать по новостям. Журналисты хотят меня снять. Это СМИ, ребята. И покажут меня по новостям, какая я рыба. А я, ребята, уже 8 метров, 8... Уже 9 метров, ребята. О, я могу вертолет съесть. Самолет пока не могу, но вертолет уже, ребятки. О, уже и самолет, вы видели? Ого, я уже кита. Вот это я огромная, ребятки, рыбина. Вот это да. Я даже не ожидал, что я смогу. Так, синего кита мы еще, ребяточки, пока кушать не можем. А, уже можем. Так что, ребята, все, посмотрите. Земля у наших ног. Ха-ха-ха, мы съели весь город. Ребята, вместе с маяком. Даже военный вертолет, вы видели, который пускает нас ракеты. И тот мы, ребятки, с вами съели. Ха-ха-ха, как смешно. Так, сейчас же, наверное, подводные лодки пойдут, ребятки, я так думаю. Нет, нет, в этом уровне, ребятки, их не было. Давайте посмотрим на следующий уровень, что, ребятки, нас ждет здесь. Так, здесь опять нам нужно кушать, ребятки, касатки. И военные вертолеты, ребятки, уже открыли на нас охоту. Вон, ракеты, ребятки, летают вовсю. А касаточки, ребята-то, вкусные. Ох, ребятки, два вертолета только что столкнулись в небе. Вы бы это видели, как это было красиво. Бабах, ребята, посмотрите, как вертолеты сталкиваются из-за меня. О, ребята, вы только посмотрите. Я научился хавать вертолетом. Вот это классно. Я теперь не только касаток хаваю, но и вертолеты с ракетами съедаю. Отличненько, дорогие друзья. И это просто замечательно. Круто, круто. Все круто, ребяточки. Отличненько, дорогие друзья. И мы прошли с вами в очередной раз уровень. Ну что ж, ребятки, поехали дальше. А что это такое? Что это за бассейн? Такой прикольный, а, ребятки. Ой-ой-ой. Иди сюда. Тут какие-то острые рыбы плавают. Давайте с вами их изучим. Так, этот кусается. Нам нужна маленькая. А, и это даже кусается. Да что ж творится-то? О, это не кусается. Нам надо начинать с малого, ребят. И тогда у нас все будет получаться. Так, ну что же, ждем. О, уже можем побольше даже кушать, вы видели? Так, или это просто маленькое, просто оно приблизилось так. Ну что, ждем рыбок, ребятки. Или давайте поплывем в другой бассейн, поищем там рыбок. Ага, здесь маленькая одна, вижу. Вот опять маленькая, и вот маленькая приплыла, и вот маленькая, и вот маленькая. Отлично, ребятки, я потихонечку набираю вес. Ай-яй-яй, укусила меня опять рыбка. Ауч. О, отличненько, отличненько. Все круто пока что. Пока что все отлично, ребята. Ой-ой-ой, куда же ты от меня прячешься-то, а? Иди сюда, дорогая. О, вон еще одна. Вот-вот-вот она, вот и вот она. Все, ребят, посмотрите, теперь мы можем хавать много рыбешек таких. О, уже всех, наверное, да? Я так понял, да, ребята. Отличненько, дорогие друзья, вы только посмотрите. Мы хаваем все, что попадает в этот бассейн. Даже большую рыбу. Отличненько. Круто, круто, ребята, все круто, все супер. Все прямо суперски, я хочу вам сказать. Так, ловись, рыбка большая и маленькая. Отличненько, дорогие друзья. И мы с вами прошли этот уровень. Так, ну что ж, давайте дальше. Поехали, посмотрим, что у нас здесь. А здесь, ребятки, мы такие с вами малюсенькие-малюсенькие. И теперь нам придется здесь с вами вырастать, наверное. Вот тюлень меня ищет. Ой, он меня хочет съесть. Давайте убегаем, убегаем, убегаем. А нам нужна маленькая селедочка, ребятки. Чем, собственно, нам пока и нужно довольствоваться. Маленькая селедочка пойдет и так. Ох, ням-ням-ням-ням-ням. Отличненько. Так, чайку пока мы кушать не можем. Еще рано. Еще не подросли. А маленькую селедочку, ребятки, с удовольствием я буду кушать. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Как же это вкусно. Селедочка, какая же ты вкусная эта селедочка. Так, отличненько. Так, забираем еду, ребятки, у моржей и тюленей. Тюленей, точнее. О, ребяточки, я могу хавать чаек. Чаечки, чаечки, чаечки. Идите сюда, вкусняшки мои. О, я могу у рыбака ведро съесть с рыбой. Ха-ха-ха. А он даже и не заметил, ребята, что я у него украл ведро с рыбой. Вы это видели, ребята?
Так, ну что ж, ребятки, я потихоньку расту, думаю, что скоро и тюленей смогу этих хавать. Я так думаю. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, отличненько, дорогие друзья. Просто супер, просто круто. Ну что же, это просто классно. Это просто классно, ребят. Так, отличненько. Так, это рыбешка у нас. Ауч, еще кусается. Пока еще не могу я полностью, ребятки, сосредоточиться на тюленях. О, уже могу, ребята, я могу ковать тюленей. Вы только посмотрите, как я их съедаю. Ха-ха-ха-ха-ха, попались. Попались ко мне, дорогие. Теперь я вас всех посъедаю. О, акула, акула. Откуда она взялась, ребята? Спасите, акула, 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 акула. Здесь плавает, хочет меня съесть. Помогите. Так, ребята, мы съели уже с вами человечка, вы видели? Так, и здесь акула, ребята. Это не по делам. Так, по делам тебе, акула, по делам. Так. Так, мы, получается, у нее забираем ее еду. Это тюлень, ее еда, ребятки. Ну ничего, я так думаю, что мы скоро вырастем и съедим эту нехорошую акулу, которая хочет, ребятки, нас съесть. И с удовольствием займем ее место в этой среде, ребятки. А вон меня встречает, вы видели, ребята? Она уже встречает меня. Так, давайте теперь сюда. Ой-ой-ой, нашла меня акула здесь. Ах ты нехорошая такая. Вот она, ребята. Всё, ха-ха. Мы выросли до определенного момента и теперь хаваем акулу. Ах ты нехорошая такая, хотела меня съесть. Теперь я тебе покажу, что это означает. Теперь будешь знать, как меня кушать. Теперь я тебя ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням съем. И будет все супер у нас. Так, подождите-ка. А, подождите-ка. Ням-ням-ням. О, я еще вырос, ребята. Ой-ой-ой, там появились самолеты, ребята, и большие киты. Так, самолет я тоже пока не могу. Давайте акулят кушать маленьких. Может уже большие, ребят. Так что давайте скушаем. Скушаем акулят вот этих вкусненьких. А потом уже будем питаться чем-то другим. Я так думаю. Ох, сколько здесь акулят вкусных, ребята. Вы только посмотрите, сколько здесь акулят вкусненьких. Ням-ням-ням. О, все, ребятки, мы автобус. Мы автобус с вами съели с удовольствием. Ой, автобус, самолет. Что-то автобус мне, ребятки, в голову залез. Ой, даже... Маятник, маяк, мы с вами съели. И самолет, ребятки. Фу, даже кита, ребятки, мы научились хавать огромного, вы представляете? Вы только посмотрите на это. Вы только посмотрите на эту красоту, ребятки, вы только гляньте. Все, ребятки, сейчас подводные лодки должны появиться, я так думаю. А, нет, здесь корабли. Ого, там осьминог огромный, ребятки. Давайте пока туда не попадаться. Так, кита мы съели большого синего. Все отлично. Так, ням-ням-ням-ням-ням. Все вкусненько. Все отличненько. Так, давай перескакивай, рыбка. Ого, ребята, вы видели? Огромный осьминог съел корабль, ребята. Съел корабль, да-да-да. И это не шутки. Ребятки, мы должны вырасти, чтобы показать ему, где раки зимуют и кто хозяин, ребятки, вот этой бездны. А хозяин бездны, ребятки, это я. Так, сейчас мы, ребятки, покажем ему, кто здесь царь, так сказать. Отличненько, отличненько, ребята, отличненько, просто супер. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ох, как же вкусно, ребятки, вы даже не представляете. Все, мы съели осьминога, ха-ха-ха. Иди сюда, мой дорогой. Теперь ты никого не обидишь. Так, ребятки, давайте здесь его, собственно, съедим.
Так, ну что ж, ребятки, когда мы уже корабль? Сейчас уже, наверное, будем корабль кушать с вами. Скоро. Я так думаю. Все, ребятки, отличненько. Мы съели с вами, ребятки, корабль. Прошли этот уровень, и это просто, ребятки, замечательно. А я вам хочу, ребятки, сказать, если вы еще не подписались на мой канал, обязательно это сделайте. Поставьте лайк. Не забываем ставить, ребятки, колокольчик. И всем пока-пока, ребятки. Этот выпуск подходит к концу. Встретимся в следующих сериях. Пока-пока.